говорит Закарья и Божест, но те, кто пришел на сегодняшнюю выставку, наверное, большинство знает, хорошо знает имя этого художника, потому что те, кто следит за современным искусством Дагестана, хорошо знают это имя Закарья Закарьяев. И какие бы проекты ни делал Закарья, они остаются в памяти, и мы, когда даже называем название его проекта, мы вспоминаем вещи, которые там были, потому что обязательно на каждом проекте были предметы, которые нам запомнились, которые нас привлекли. Но этого художника отличают, мне кажется, несколько очень важных для художника сторон. Это, во-первых, его такой очень внимательный, очень наблюдательный взгляд. Что-то интересное, какое-то наблюдение передать в художественной форме, в художественном образе, совершенно оригинальным, совершенно неповторяющимся, совершенно вот, который придумал только он. Это, надо сказать, редкое качество. Часто какие-то мы видим вот реминисценции, повторы, где-то что-то было. А не у художника, вот я это первый раз делал. Нет, у Закарьи это все совершенно оригинально. И вот другое что-то, это то, что подмечено, извлечено, и без жизни, то, что мы тоже видели. Но вот тот образ, который пришел ему, в голову нам не приходил. И, наконец, третье его качество, это ему то, что он замечательный мастер. Вот про женщину это рукодельная, про мужчину, наверное, рукодельная. Он действительно делает объекты, его объекты сами по себе действительно произведение искусства. Это вот не тот художник, который вот говорит, вот я в грубой форме, какие-то некие соединил, это то значит. Его вещи всегда исполнены очень изысканно, очень красиво, очень тонко. Я вот помню его, у него был проект такой «Яйца», это до сих пор остался у меня в памяти, потому что с помощью гвоздей, с помощью кузи он сделал прямо потрясающие декоративные элементы. Вот. Но и сегодня мы видим очень интересные работы, очень разноплановые. Выставка называется «Жест». И представленные здесь работы, все кроме одной, выставляются впервые. Это проект, который Закарья специально готовил для нашего музея, и исключение составляет одна музейная работа, которая так и называется «Жест». Это работа была подготовлена им ровно 10 лет назад на выставке, посвященной 90-летию Расула Гамзатова, которая называлась «Что в имени тебе моем?». И мы попросили художников сделать, вот, исходя из этого названия, с чем для них сегодня ассоциируется Расул Гамзатов. И Закарья сделал, на мой взгляд, самую такую глубокую работу, потому что он как-то не хорошо понял, о чем, и он нашел очень яркий, такой неповторяющийся образ. Потому что были и хорошие иллюстрации, и были и хорошие портреты, а Закарья сделал такую работу, которая соединяла и поэта, и в то же время она говорила о нем, она говорила о его отношении с Дагестаном. Эта работа здесь выставлена, это вот такая ладонь, которая и художественно выполнена, очень красиво. И она напоминала жест, который действительно Расул Гамзатов часто поднимал свою правую или левую руку в разных ситуациях по-разному. И этот жест действительно очень, даже сейчас вот на бренд-буке такая фотография выставлена. И этот жест действительно ассоциируется с этим человеком. А в то же время это рука, в которой вот и как будто линии жизни и линии гор, они перекликаются. И вот как он писал, что когда-то горы были мне судьбой, когда уйду, я стану их судьбой. Эта работа вот меня поразила, как будто так Закарья, может быть, что-то будет декоративный художник, а он очень глубокий. Это тоже по его ряду работ видно, что это не просто такая наблюдательность. У него есть работы, которые как раз видно, что он очень глубоко осмысливает. Прекрасно у него была в 19-м году серия, когда он сделал из элементов компьютера, из клавиш
фигуры людей. И я на этой выставке, когда была, подумала, что многие скульпторы могут позавидовать вообще пластическому чутью Закарии, потому что из такого трудного материала, не мягкого материала, как эти клавиши, он сделал такие узнаваемые, такие характерные вообще фигуры, характеры, образы, которые просто удивительно, как с помощью такого материала он смог решить эту задачу. Когда вот часто мы даже в подручном для скульптуры материале, глине или мраморе видим, что зачастую видим много скульптурных работ, которые художникам это не удалось, а у Закарии это все получается. И вот сегодняшняя выставка очень интересная, о ней очень много можно говорить, а я просто хочу представить его уже слово специалистам. И первым делом будет Курбан Али Магомедовичу Магомедову, председателю нашего союза художников, заслуженному художнику Российской Федерации. Спасибо, ассаламу алейкум. Действительно, сегодня праздник, он настоящий. Я знаю, что никто из вас пригласителей не получал, вы все пришли. Что еще надо художнику? Вот такое нужно художнику, чтобы вот так его ценили, любили. Это только может делать Закаря. А ваши аплодисменты. Человек жизнерадостный. И о нем можно говорить, как художник, многосторонний художник. Он и художник-живописец, он и художник-график, он и художник-скульптор, он и художник-прикладник. В нем много-много художника. И по-настоящему он радует нас новыми произведениями, новыми проектами. И это гордость, это достояние нашего союза. Я думаю, что вы будете согласны. Мы, Бог даст, в этом году его выдвинем в название «Заслуженный художник Республики Дагестан». Заслуживает он давно и других признаний. Самое большое признание у него, я еще раз сегодня заметил, наверное, это единственный самый любимый художник из нашего союза. Вот я не видел, чтобы вот так много было поклонников у кого-нибудь на выставке. Спасибо вам всем за то, что вы поддерживаете. Спасибо организаторам. Спасибо, Закаря, тебе еще раз за то, что ты нас радуешь. Спасибо, что ты поднимаешь на определенный высокий уровень искусства дагестанских художников. Так что здоровья и новых вдохновений. Дорогие друзья, у нас сегодня представлена, еще не так давно открылась выставка Абдулзакира Баскитовича Мусаева в рамках, посвященная как раз году педагога и наставника. И вот там тоже есть работы Закарияева, потому что он является учеником Абдулзакира Баскитовича Мусаева. И я с удовольствием хочу представить слово педагогу, который воспитал такого талантливого художника, заслуженному художнику Российской Федерации, члену корреспонденту Российской Академии Художеств Абдулзакиру Баскитовичу Мусаеву. Если думать о том, какого характера эта выставка, что это? Это, скажем, такой эпатаж. Я могу вот так и буду вас этим удивлять. Или это все же искусство? Такое сегодня или такой сегодня взгляд на жизнь? Нельзя ничего отрицать. И то, что становится человек, то, что это вот искусство. Это вот такое искусство, которое будет отражать совершенно разные явления действительности. Сегодня, наверное, он не первый раз решился показать работы свои. Вы знаете, я сейчас не хочу анализировать
на его искусство. Это было бы очень долго и отняло бы очень много времени у вас. Я одному вот рад. Вот эти метаморфозы обретают такое большое явление, как новый взгляд и новое искусство. В нем живет это понимание того, ощущение этой жизни. И он хочет говорить: вот знаете, вот смотрите, смотрите побольше на мир, смотрите на то, что делается. И я буду это отражать. Я хочу его поздравить. Вы знаете, достойные сказать не мнение, наверное, не очень. В искусстве есть движение. Или ты большой художник, который понимает все то, что делаешь, или ты очередной такой, ну, человек, который, ну, я тоже могу красить картинки. Я его хочу поздравить с тем, чтобы... Спасибо. Вот Абдул-Закир Баскетович правильно сказал, что у Закари очень много поклонников, еще когда мы делали в 19 году его проект, мы увидели, что там приходят совершенно новые зрители. И я думаю, что вот этот круг его поклонников, его творчества, он только будет расти, потому что Закари это заслуживает. И хочу еще добавить одну вещь. Я очень рекомендую всем посмотреть за нашим сайтом. Мы обязательно выложим дни, когда он будет авторские экскурсии. И это вот его авторские экскурсии, они значительно вот ваши впечатления о выставке расширят, углубят, и это будет очень интересно. А я хочу представить слово вот автору, который написал вступительное такое слово к нашей выставке, почетному члену Академии художеств Наталье Федоровне Мусаевой. Спасибо, дорогие друзья. Я прежде всего благодарна организаторам этой выставки и лично Салихат Расуловне. Не знаете, почему? Академический музей, классический музей стал пускать в свои стены художников отнюдь не того направления, которое привыкли мы здесь видеть. Но традиция этому была положена уже не так, в общем, достаточно давно, потому что вот я помню, там Тимура Мусаева была выставка, потом Мира Ибрагимова и Пати, по-моему, Гусейновой тоже была. И вот Закари, сегодня вы видите очередной проект. Это о чем говорит? Это говорит о том, что все-таки руководство очень хорошо чувствует, тонко чувствует реалии сегодняшнего дня, сегодняшнего искусства, и еще и выбирает из этого искусства то, что действительно имеет ценность, а не просто так, да? Если бы Закарья был просто так, его бы тут не было. Это очень непростой человек. Он с виду брутальный, а внутри очень, скажем так, ну, нежный, я не знаю, я не могу судить, но то, что он правильный человек, и совестливый человек, и человек, который никогда не хочет обидеть и оскорбить другого, это да, это я чувствую. И, наверное, никогда бы не согласилась писать о человеке, который мне не близок и не интересен. Много проектов у него было. И правильно здесь говорили о том, что он как в проекте нов по концепции, он не повторяется. И правильно сказали, что многие постмодернисты, они просто тиражируют свой раз найденный прием, и все, и перестаешь на них ходить, потому что ничего нового уже, как говорится, не приходится там видеть. А на его выставке идешь уже с радостью, да, и понимаешь, что ты что-то увидишь новенькое, интересное, и что-то даст толчок твоему разумению, твоему мышлению. И вот этот художник и философ при этом все, он прекрасно ведь понимает, что он хочет сказать. И то,
то, что он иронизирует над людьми, это не говорит о том, что он к этим людям относится плохо. Наоборот, он людей любит, он хочет, чтобы, взглянув на его работу, люди подумали, что-то для себя поняли, осознали, стали лучше. Не буду задерживать ваше внимание. И свое понимание этого человека я написала, я думаю, еще будет какая-то развернутая, потому что текст у меня есть большой по всем его проектам. Я думаю, в каком-нибудь журнале мы имеем возможность еще раз с ним встретиться. А сейчас я его поздравляю и думаю, что это не последний шанс его нас удивить. Спасибо. Хочу представить слово нашему прекрасному искусствоведу Татьяне Павловне Петениной, которая автор множества работ по дагестанским художникам, по классическим и современным, и тем не менее она современное искусство тоже очень хорошо чувствует и понимает. Очень понравилось, как Салихат Расулна нас дистанцировали с Натальей Федоровной. Она настоящий, правильный, академический искусствовед. А я прекрасная просто. Ну ладно, это все шутки. Но вот все начинали говорить о Захарье. И я, наверное, присоединюсь с того, что действительно его любят все. Я вот задумывалась, я тоже пару раз там у меня просил, я писала вот, каким-то буклетом из текста, и вот я задумывалась, в чем же вот причина обаяния этого человека. Здесь, конечно, и личностные какие-то его качества, его открытость, доброта, его такое, знаете, позитивное начало на самом деле. Каждый раз ты его видишь, ты улыбаешься, это невозможно. И веришь в его искренность, его добрые отношения, это все люди чувствуют. Но этого, наверное, недостаточно для того, чтобы быть таким вот интересным, востребованным и, ну, скажем, знаменитым, не знаю, слово подходит или нет, художником нашего времени. И Захарья, конечно, потрясает каждый раз. Я вот, когда узнала об этой выставке и приглашение получила, ну, жест, так, думаю, да, вот жест Расула Гамзатова, то есть, но я не знала, что здесь будет. И когда пришла, просто, честно говоря, в таком хорошем значении, в шоке пребываю до сих пор. Потому что взять, вот, казалось бы, достаточно узкую тему такую, да, и так ее раскрыть, так ее развернуть, и столько у нее всяких ипостасей. И вы знаете, я вот сейчас сидела и смотрела жестикуляции выступающих, как Абдул-Закир довольно так жестикулировал, Наталья Федоровна, наоборот, руки как-то за спиной. То есть мы на это не обращаем внимания. Вообще человек, наверное, начинался коммуникации между людьми, наверное, начинались с жестов, еще в какие-то там времена, когда еще речи не было. И обратите внимание, мы иногда обращаем внимание вообще на жестикуляцию, вот как человек руками, там, мимика и так далее. Это, как, например, если ты общаешься с человеком на разных языках, и ты не знаешь, не, ну, бывают у нас ситуации, когда ты находишься в обществе, и ты не понимаешь, о чем люди говорят. И ты хочешь, невольно начинаешь обращать внимание вот на их жесты, как они руками, что они, как показывают и так далее. Есть люди более сдержанные в этом отношении, есть какие-то, а есть уже такие жесты, которые сами по себе, они несут уже определенную информацию. И это, конечно, вот так взять, и он как бы жест оторвал от самого носителя этого, ну, действия, этого жеста. И жест как бы начал свою самостоятельную уже жизнь. Вот, ну, на выставке мы видим, и что-то утрируя, гиперболизируя, увеличивая до каких-то таких невозможных размеров, или наоборот, какие-то, ну, это гениально, это просто потрясающе, и не скучно, казалось бы, да, и сколько графиков, перед каждым листом стоишь и думаешь. Скажу, что я все догнала, это еще надо прийти, еще походить, подумать, посмотреть, поговорить с художником. Поэтому здесь вот это сейчас формат такой авторской экскурсии, он все более сейчас востребован, и это очень здорово, что это вот проходит, потому что даже не будучи, может быть, очень красноречивым, художник дает те пояснения, которые мы от него невольно ждем. Потому что современное искусство, оно же вообще непростое, и там много-много всего стоит разных смыслов. И что меня еще всегда, конечно, восхищает вот в работах Захарьи, сколько труда вложено, вот при всем этом минимализме формы, да,
подачи, эстетической стороны. Вот любую вещь посмотрите и подумайте, сколько времени надо, сил и ресурсов, и материала, и где он это берет, и как это. И вот так выдавать проект за проектом, совершенно в разных жанрах, в разных, на разном материале. И в нем вот это прикладное начало, да, он и график, и живописец, ну, все-таки график и скульптор, дизайнер, наверное, больше, но он вот это прикладное начало. И здесь, наверное, вот его какая-то генетика талантливого даргинского народа, наверное, сказывается и так далее, потому что это на самом деле каждая вещь — это еще произведение и прикладного искусства, и по количеству, и качеству вложенного труда, и самое главное, вкус ему никогда не изменяет. Потому что никогда не бывает чересчур. Да, что-то может быть нам больше, как-то ближе, что-то меньше, это естественно. Но всегда вот это вот, он находит эту грань замечательную между самой мыслью, идеей, которую он вкладывает в произведение, и ее подачей, ее вот, форма, образованием. Здесь и цвет большое значение имеет, и пускай какие-то там иногда какие-то аксессуары, дополнения очень. Ну, в общем, я не знаю, я могу только сказать, что я очень люблю Закарью, как художника, как человека. Я ему очень благодарна за ту нашу поездку на мотоциклах, которую до сих пор многие помнят, да. Ну, ты-то можешь повторить, а я уже не уверена, но может быть это тоже какой-то мне приток энергии даст, но это ладно, дело уже не относится. Дай Бог, Закарья, конечно, надо нам выходить. Тебе надо выходить уже и на площадке, наверное, и в Москву, и там где-то, вот ты несколько месяцев был за рубежом, работал, общался, наверное, видел, как он говорит, обогатился и приехал, 3 месяца он не выходил из мастерской, и вот такой нам всем замечательный подарок. Тебе здоровья самое главное, и чтобы всего-всего самого доброго. Ну, а мы, чтобы были всегда готовы воспринимать это современное, непростое, все эти, казалось бы, простоте искусства. И, конечно, еще, я не знаю, имел он этот намек здесь или нет, но я немножко и прочитала так, что мы очень много говорим. Обратите внимание, вот это вербальное начало, слово, оно вытеснило то, что изначально может быть присуще природе человека, и что оно вот может быть действительно может нам больше обращать внимание на какие-то более тонкие вещи, а рот свой прикрыть чуть-чуть. Спасибо. Ну, Татьяна Павловна, для человека, чья профессия без слова невозможно, это смелое предложение, но как раз, по-моему, Закарья показал нам, что вот как жесты, несмотря на то, что мы владеем языком, как жесты неотъемлемая часть нашей жизни. Я хочу представить слово, вот по просьбе Закарьи, к золотой руке Жан Саламовне, вот другу их семьи, но профессия именно такая, которая, может быть, на некоторых современных выставках можно озвучить, но в нашем случае Рукежан психиатр, но на нашей выставке она чисто как ценитель искусства. Да, ну как психиатру мне, конечно, интересна работа мозга творческого человека, как творчество влияет на возникновение нейронных связей. И я чем больше в это углубляюсь, тем больше понимаю, насколько это другой мир. Вот даже глядя на публику, которая здесь собралась, все такие неординарные, яркие, интересные. Спасибо вам, что пришли поддержать нашего друга Закарью. Вот. А тебе, Зак, хочу сказать, что, блин, я вообще, знаете, что считаю, что преподавателям стоит водить своих учеников, смотреть на выставки и мотивировать их думать так, как думает художник. Это же совершенно другое восприятие. Когда мы проходим мимо чего-то, художник замечает нам то, что мы не замечаем. И Закарья, блин, как ты замечаешь вот эти забавные моменты, как ты их отображаешь в своем творчестве. Ты гениальный человек. Вот. И я хочу, чтобы вот то твое тепло, твоя душевность, которая притягивает таких разных людей, чтобы она распространялась по земному шару. Ура! Дорогие друзья,
я вот тоже хочу присоединиться к выступающим и сказать, что Цакалия давал какие-то комментарии, вот это не моны, или руки видели монов, что очень смешно прокомментировал, это вот как в Махачкале сидят, чай пьют, и говорят, сюда ли мон, туда ли мон, потом говорят, ну вот за чай вот. Я заплачу, я не заплачу. Вот у него удивительно такие вот образы, вот эти вот перетирающие пальцы, что у него так все разрулил. Но я очень приглашаю вас на эту экскурсию, сама тоже планирую пойти. Вот, и представляю слово за карьеру. Было бы странно не начинать без жестов, поэтому... Спасибо, что пришли. Страшно рад. После предыдущих ораторов тут выжженный лес, я даже не знаю, что сказать. Но попытаюсь по поводу выставки сказать. Ну, если говорить о жестах, в принципе, у каждого народа складывается помимо голосового языка, есть еще язык жестов, который в силу каких-то исторических, ментальных особенностей сложился такой язык, и он практически воспринимается с раннего детства как-то так бессознательно. И многие думают, что это язык такой обобщенный для всех, такой естественный язык. А вот нет, я как раз обошелся в этом материале и понял, что это такой очень язык жестов имеет двойственность, имеет это явление. Поэтому я бы предостерег, когда будем размахивать руками, чтобы знали, что то, что у нас здесь хорошо, это может быть там означаться совершенно другое. И моя выставка, в принципе, она так и несет такой социальной миссии. Это больше лайфхаки, инсайты, это как вам шпаргалки такие, чтобы будьте за рубежом, чтобы не попадались такие форс-мажорные обстоятельства. Потому что незнание языка, иностранного языка, вам аборигены могут там, если вы даже ошибетесь, там, неправильно скажете слово, могут поправить, помочь. А если с жестом вы промахнетесь, то это будет невесело. Да, чревато будет. Поэтому, в принципе, такое мое размышление, да, потому что где-то я и сам сталкивался с такими моментами. Что-то где-то прочитал и делал. Я думаю, это будет интересно, особенно для молодого путешествующего поколения, будет такой небольшие такие скиллы. Тут, конечно, я извиняюсь, несколько работ не вошли, они слишком оказались готовы. Но я поставлю в Инстаграме, если интересно будет. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на страницу. Спасибо. Начала работать, я скажу, не только за Закалье страницу музея, но и страницы Дагестанского музея изобразительных искусств. Тоже ждем ваших отзывов, это всегда приятно. Вот, но выставка начала работать, я думаю, что мы еще обязательно встретимся на лекциях о Закалье. А вам удовольствие от встречи с вот такими оригинальными произведениями. Спасибо. Спасибо.